Приветствую всех! С вами «Быстрые новости». Вчера ведь у всех свет вырубило. В это время я как раз готовила ужин. Точнее, разогревала в микроволновке буррито, которое нашла за диваном. Да, я знаю, это было зря. Ведь микроволны убивают все полезное. Но, с другой стороны, тараканов они тоже убивают. Нет худа без добра. Так, стойте, о чем это я? Точно, блэкаут. Похоже, замкнул электростанцию в Санта. От такого импульса Ави посыпались с неба. Полиция сообщила, что нанесен ущерб 120 миллионов евро-долларов. Но страшнее то, что я вчера ужинала ледяным буррито. 120 гребаных миллионов, Эдди? Охуеть! Все ради того, чтобы поймать одного чувака. Да у тебя железные яйца, Ви.
Ви, как раз вовремя. Гору, если вы хотите прыгнуть, лучше обратиться за помощью. Позвонить по телефону доверия. Это не смешно. Парад уже скоро начнется. Я скорректировал данные Окады. Советую ознакомиться с ними перед началом. Для начала вирус действительно работает. И намного лучше, чем я ожидал. У нас есть глаза и уши в комнате охраны. Я проверил камеры и теперь знаю, на каких позициях сидят снайперы. Их трое. Нужно нейтрализовать их всех, пока они не сделали это со мной. К ним можно пройти разными путями. Первый близко. С ним проблем не возникнет. Со вторым хуже. До него надо сначала добраться. Ну и, наконец, третий из них спрятался на мосту над улицей. Мы вот здесь. Платформа Ханако-сама остановится здесь. Рядом будет аварийный выход, через который мы уйдем в конце. С этих точек ты сможешь увидеть весь парад как на ладони. Только осторожно, у снайперов обзор еще лучше. Если они тебя заметят, бам, и нет воровки. И это не самое страшное. Я должен буду запрыгнуть на платформу, залезть внутрь через окно и встретиться лицом к лицу с Ханако-сама. Последнего я боюсь больше всего. Ну как, все ясно? Ты готова? Погодите, а у нас есть запасной план на всякий случай? А как ты думаешь? Все думают, что я предал Арасаку. Мне предстоит разговор с сестрой генерального директора. У меня нет запасных планов. Должен сработать этот. Ты готова или нет? Вопрос, готовы ли вы? Я разработал план, так ведь? В нем упущена одна довольно важная деталь. Ваш друг Ода. Ода — человек чести. Он никогда не причинит мне вреда. Ага. До тех пор, пока вы не свалитесь на голову Ханако. Я понимаю, о чем ты. На первый план выйдут инстинкты и рефлексы. Значит? Значит, мы будем надеяться, что я все еще быстрее него. Удачи вам, Гора. Я готова. Ну что ж, начнем. Разберись со снайперами до того, как появится платформа Ханако-сама. За толпой. Назад не смотрит.
И очень даже зря. Гора, я сняла ближайшего. Тебе нужно попасть на балкон. Около земли, по мосту наверху, ты перейдешь через улицу. Это отзыв погашенного пламени. Сабуру Араса, в лагере военных мест. 3 марта 1942 года. Через месяц после того, как его истребитель был сбит над островом Гуадалканал. Сабур. Генеральный директор величайшего оружейного концерна Сусон. Солдат, наниматель и пионер. Мой отец. Я обращаюсь. Знаю, с кем он разговаривал. Это грёбаный Адам Смешер. Мужик, который тебя убил. Да он давно уже не человек, блядь. Но это очень хорошо. Я рад, что он здесь. Ты рад? Раз уж я проснулся после смерти Сабура Арасаки, придется довольствоваться одним Смешером. Что? Тебе придется? Ты-то ничем не рискуешь.
Ну ладно, ладно, нам. В конце концов, решающий выстрел предстоит делать тебе. Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Упала. Осторожно, не привлекай внимания. Я был прав. Молчание — это не зло. Найди способ спуститься вниз. Только будь осторожна. Да, вот так. Не торопись. Сорвешься ты, сорвется весь план. Полвека спустя Найт-Сити снова станет свидетелем тому, как испытания делают корпорацию Арасака еще более сильной. Этот цель поражена. Да, именно так. В глубине комнаты есть дверь, которая ведет на лестницу. Это кратчайший путь к следующему снайперу. Он до высоко связи. Забрался. Ви, это снова Ода. Послушай. Сообщить о нарушении в системе безопасности. Ее нужно эвакуировать немедленно. Арасака в состоянии защитить своих руководителей.
слышала? Они начали беспокоиться. Нам надо спешить. Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Если не получится, пройди по этому же мосту направо. Не забывай о двигателях под платформами. Пригибайся, иначе останешься без головы. Внимание! У нас тут нетранер! Стрелок. Подтверждаю. Говори мне.
Вот, кажется, и все. Кажется, да. Очень хорошо. Осталась одна проблема. А какая еще? Нетранер Арасаки. Она взяла под контроль все сети. Надо от нее избавиться, иначе у нас не получится перехватить платформу. Она прячется в недостроенном доме, недалеко от позиции второго снайпера. Хорошо, иду к ней. Плохо дело. Хватит работать, пора отдохнуть. Блять! Ода! Как же без вас-то? Я предупреждал. У меня получилось. О, да. Он умер? Он дышит. Пока что. Прошу тебя, Ви, пощади. Больше тебе уже ничего не помешает. Нужно как можно скорее двигаться дальше. Все получилось. Я в системе. Ханако внутри. Что она делает? Пытается кому-то звонить. Подслушай. Не забудь выключить сигнализацию. Тогда я смогу войти. オダとも連絡が取れないし何か変だわ。パレードを中止すれば弱さを呈したと思われる。弱さ？誰の？あなたの。俺たちだ。私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため、操り人形になるためじゃないわ。この店物では、みんなに役割がある。
ミチコは文句を言ってないぞ。だが、お前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が大事だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう、花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。ゴロ、все системы заблочены. Пора действовать.お父様。花子様。あなたは。オイル氏をどうか話だけでもお聞きください。サボロ様は。父のことを口にしない。これが俺にできる最後のご奉仕なのです。サボロ様の死について真実を明かすことが。花子様、ボロや働きたかりません。しかし。ヘイ、ビキ。ブレッド。Блядь, блядь! Он ее грохнул. Не знаю, что он сделал, но мы в полной жопе. Знал, что ему нельзя доверять. Надо было держать его... ...узде. Ноги в руки и сваливаем отсюда. Пока что. Вы о чем вообще думали? Нет времени объяснять. Найди меня. И где вы? В заброшенном комплексе апартаментов на Вайн-стрит. Третий этаж, номер 303. Постучи 4 как раза. Как я выгляжу? Быстрее. Здравствуйте, с вами Джиллиан Джордан и новости 54 в прямом эфире из Джапантауна, где парад в честь покойного Сабура Арасаки окончился массовой паникой.
Заходи. Только побыстрее. Я боялся, что тебя схватили. Может, теперь вы расскажете, чем вы думали? Я применил снотворное. Она пыталась запустить свой трекер. Выбора не было. Я предложил ей чаю. Вы похитили Ханако Арасаку и предложили ей выпить чайку? Да, она вежливо отказалась. Скажи всю правду о Юринобу. Ничего не приукрашивай и четко назови свои условия. Может, к тебе она прислушается. Ханако-сама, кануджига райно джинбуца дес. Доука ханаши о кейта агете кудасай. Простите, что приходится разговаривать при таких обстоятельствах. Я слышу это уже второй раз за день. Юринобу – убийца. Он задушил вашего отца. Я видела это своими глазами. Нужно быть сумасшедшей, чтобы всерьез говорить мне такое. Я понимаю, в эту историю трудно поверить сразу. Вы очень уважаемый человек, поэтому я могу вам доверять. У меня к вам есть предложение. У тебя? Ко мне предложение? Биочип, который ваш брат хотел продать сетевому дозору, сейчас в моей голове. Эта технология оживила меня после выстрела в голову. Но теперь она меня убивает. Один из ваших конструктов, Энграм, переписывает мое сознание. Мне нужно это прекратить, пока не поздно. Я знаю, вы можете с этим помочь. Ханако-сама, она свидетельница преступления, которое совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое ее слово, если вы поможете ей с биочипом. Ханако-сама. Ты слышала? Иди проверь. Очень плохое предчувствие. Они нашли нас! Сука! На землю, сука, не двигаться! Это последний шанс ебаться. Такэмура, я не могу его там оставить. Забудь про него, он уже труп. Или хочешь присоединиться? Смотри в оба, а не в коридоре.
ты? Черт. Сейчас все выйдет. Ты что, блядь, творишь? Ему уже никак не поможешь! Потом скажете спасибо. Сейчас надо искать отсюда выход. Справа пустые комнаты. По-другому отсюда не выбраться.
справиться быстрее. Мне этого не хватало. Выходи с поднятыми руками! Я снова почувствовал азарт. Да стреляйте вы! Нагарнимил Макасею. Сдавайся сейчас же! Твою мать. Осторожнее. Нам нужно разделиться. Поодиночке у нас больше шансов. Правда? Вы уверены? Да, иди. Скорее. Как думаешь, такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Кондёр не пашет, под матрасом старые шприцы, толчок забит. Нет, серьезно, кто, сука, приезжает сюда ночевать? Мы же от Найт-Сити, всего в паре километров. Тот, кто уезжает, сюда не заворачивает. А тот, кто приезжает, ночует, сука, в городе. Кому нужен мотель посреди ёбаного ничего? Я скажу тебе, кто тут ночует. Джонни. Что? Завали ебало. Пожалуйста. К чему этот словесный понос? Кому от него легче? Ишь, как роли поменялись. Джонни, мать Теперь твою! Теперь нам приходится сидеть и ждать, пока сюда вломятся штурмовики Арасаки. Если кто-нибудь постучит, разноси дверь к хуям. А если это Гора? Можешь не надеяться. Мы с ним разбежались 24 часа назад. Он так и не вышел на связь. Покойся с миром, ублюдок. Ты же видел его. Он был хорошим бойцом, даже без имплантов. Он справится. В Найт-Сити не важно, какой ты боец. Если ты один, тебе пизда. Слышишь? Тачка. Да, тачка. Блять. Только один? Палец на спуске, Ви. Услышал весь мотель или все-таки откроешь? У меня оружие, так что без фокусов. Наконец-то.
Фу, блядь! Что там за дерьмо на стене? Кровь? Да. Мотелю это последней звезды стоило. Так что там? С посланием. Где оно? Оно перед тобой. Сейчас начнется. Что начнется? Это кукла. Или прокси. Я должна сразу кое-что пояснить. Мое мнение не изменилось, но... Ханако? Это вы? Я больше не могу себя обманывать. Я верю тебе. Как вы меня нашли? Ты думала, что уехать из города будет достаточно. Так ему рассказал мне, что поставил на тебя трекер. Но это не так важно. Если Арасака хочет кого-то найти, она его находит. Фарфоровая сука. Что случилось с Гора? Мы разделились, когда убегали. Такэмура в безопасном месте. Пожалуй, это все, что тебе сейчас следует знать. Мне жаль. Наверное, с такими вещами очень тяжело мириться. Так тяжело, что я не могла взглянуть правде в глаза. И что теперь? Йоринобу нанес удар в самое сердце корпорации. Надо действовать, пока рана свежа. И ты мне поможешь. Ты — живое доказательство его преступления. Будете мне условия ставить? По-моему, вы сейчас не в том положении. А что, если тебе все же придется сотрудничать? Для этого придется послать толпу кукол. Вы говорите через эту. Потому что вы одна, и вам не к кому обратиться. Это правда. Каковы твои условия? Расскажите мне все, что знаете о Микоши. Микоши. Это один из главных проектов моего отца. Цифровая крепость с серверами, которые размещены на орбитальных станциях. В своем роде это такая библиотека конструктов личности, оцифрованных душ. Или тюрьма. Зависит от точки зрения. Но как ни называй, там ты спасения не найдешь. Ты ничего не знаешь ни о биочипе, ни о процессе создания конструктов. Я нашла вашего перебежчика. Хельмин прятался под крылом у Кантау. Мы поговорили, он сказал, что Инграмма рано или поздно меня поглотит. Этот процесс нельзя остановить. Удивительно категоричное заключение для ученого. По крайней мере, я получила чертежи биочипа. У меня есть вся информация о технологии и... какая-то там техническая документация. Это пригодится. Даже очень, я бы сказала... учитывая, что Хельман еще жив. Я свяжусь с ним и объясню, что из Арасаки не убегают через черный ход. Мне удалось связаться с Альт Каннингем. С той самой? Да, которая изобрела душегуб. У меня есть его измененная версия. Она должна нам пригодиться. Это все, что у нас пока есть. Что теперь? Предлагаю встретиться лично. В углях. В центре города. Там безопасно. И вот что важно. И мне, и тебе теперь следует быть очень осторожными. Ну, я свое отработала. Знаешь что? Что? Было бы проще, если бы сюда вломился спецназ Арасаки. Да уж. С их убийцами мы, по крайней мере, уже имели дело. А это... что-то новое. Рад, что ты понимаешь.
Придется показать, как ты умеешь ходить по краю. Еще что-нибудь скажешь про фарфоровую суку? Блядь! Так, приготовься. Блядь! Джонни. Ты еще не умираешь. Я тобой займусь. Джонни. Так пахнет морской бриз. Вставай. В Пасифике в это время красиво. Этот приступ меня чуть не обнулил. Почти. Ты прав. Просто глаз не оторвать. Мы в Пасифике? Что это за здание? Бывший отель «Пистис София». Сейчас мы единственные гости. Хочу тебе кое-что показать. Идем. У тебя в руке был псевдоэндотрезин. Понимаешь, без него в этом теле жить немного тяжеловато. У меня было чувство, что твое спящее «я» старается от меня избавиться. Пришлось с ним побороться. Ты хотел принять таблетку? Ну что за херня? Если бы я хотел получить полный контроль, я бы принял ее раньше. Ты сомневался. Каждый раз, когда ты хотел закинуться, тебя начинала мучить совесть. То есть у Джонни Сильверхенда все-таки есть совесть? Слушай, давай не будем об этом. Полезай через окно. Думаю, с этим-то ты справишься. Ты хотела знать, зачем я тебя сюда привел. Вот тут, где я стою, есть тайник. Открой его и посмотри, что там. Твое? Было раньше. Теперь уже твое. Ого. 50 лет назад. Война в Мексике? Я был молод и глуп, как ты, и записался в корпоративную армию. В Мексике я понял, что какую войну ни возьми, побеждают всегда корпорации, а проигрывают обычные люди. И ты решил рассказать об этом миру в песне? Сперва я свалил из армии, потом закрылся в этой комнате, лег на кровать и месяц тупо смотрел на вентилятор. Очень хотелось бы сейчас лечь и смотреть на вентилятор до бесконечности. Вот я и привел тебя сюда.
Я не хочу, чтобы ты проводила недели и месяцы в бессмысленном ожидании. Зачем ты мне их отдаешь? Представь, что мы на войне. Сражаемся вместе, плечом к плечу. Скажи, ты закроешь меня от пули? Да, закрою. Это жетоны человека, который в Мексике пожертвовал жизнью ради меня. Я долго думал о нашей истории. Надеюсь, ты понимаешь, что я на твоей стороне. Когда придет время, я отдам за тебя жизнь, а сам исчезну. Жетоны напомнят о моем обещании. Я сделала бы то же самое. Да? Спасибо. Неужели ты правда думаешь работать с Ханако? Есть идеи получше? Еще нет, но есть просьба. Какая? Адам Смешер, тот хуй, который меня убил. Что бы со мной ни случилось, я хочу знать, что его конец будет мучительным и страшным. С чего это ты вдруг сейчас про Смешера вспомнил? Не понимаю. Когда мы его видели... Не было случая поздороваться, поэтому надо найти его и закрыть эту страницу. Ага, хорошо. И я хочу, чтобы с тобой пошла бестия. Для меня это так же важно, как и для нее. Это не так. Пойдем уже отсюда. Мне рассказать бестии обо всем? Лучше, если я сделаю это сам. Лично. Просто прими таблетки Мисти, а я по-быстрому решу все вопросы. Ты понимаешь, что я от этого плана вообще не в восторге? Я поговорю с Бестией насчет Смешера и сразу отдам тебе тело. Обещаю. Расскажи по пунктам, готова? Что ты хочешь делать. Я скажу Бестии правду и попрошу ее о помощи. Привет, я откинулся из тюрьмы душ, зацени мою новую задницу. Нет, мне нужно просто сказать ей про Смешера и повспоминать старые времена. Она сразу клюнет. Хорошо, я это сделаю ради тебя. Спасибо тебе, Ви. Отвези меня в посмертие. Обещаю, ты не пожалеешь о своем решении. Мне вроде получше. Пора идти. А мне еще покалывает там, где у тебя сердце. Это уже вряд ли пройдет. Отель Пистис София, ты сказал? Ага. Хорошее место, чтобы умереть. Но не сегодня. State of the art rejuvenation treatment.